Саратове полицейские предотвратили взрыв на автомобильной парковке. Около пляжа в поселке Затон, где находилось порядка 200 машин, неожиданно загорелся автомобиль «Нива». Дым заметили отдыхающие на пляже жители города и сообщили полицейским, которые несли на этой территории службу. Прапорщик Алексей Тяхин и старший сержант Дмитрий Грачев моментально отреагировали на сообщение. Прибыв на место происшествия, было обнаружено сильное задавление автомобиля. Нами было принято решение разбить левое переднее стекло, после чего автомобильным огнетушителем пожар был локализован. И далее мы приступили к охране имущества и установлению личности хозяина данной автомашины. Хозяин был нам благодарен за то, что спасли машину, так как в машине находилось газовое оборудование, что могло привести к более тяжелым последствиям. Благодаря оперативным действиям сотрудники полиции не только не допустили распространения огня внутри салона и на другие автомашины, но и предотвратили взрыв газового оборудования, установленного во внедорожнике. Прибывшие на место происшествия пожарные убедились, что огонь потушен полностью и угрозы для окружающих больше нет. Владелец автомашины, вернувшийся к этому времени с острова Зеленый, поблагодарил полицейских